На территории Мурманской области завершилась профилактическая операция «Внимание, дети». На протяжении всей нашей Мурманской области сотрудники госавтоинспекции обеспечат безопасность дорожного движения, следят за тем, чтобы дети переходили дорогу правильно, а водители пропускали пешеходов на пешеходных переходах. Ну и, конечно же, при несении службы они проводят профилактические беседы по соблюдению правил дорожного движения как с водителями, так и с детьми. Чтобы школьники вспомнили, как нужно вести себя на пешеходных переходах после летнего отдыха, а также в целях профилактики с 19 августа по 8 сентября на территории Мурманской области состоялась акция «Внимание, дети». Дорожные полицейские несли службу в усиленном режиме и следили за соблюдением правил рядом с учебными заведениями и на пешеходных переходах.